Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре огромный по комплектации набор инструмента от компании Kingroy, код товара 180 НДА. Набор состоит из 180 единиц инструмента. Давайте начнем с габарита самого кейса, потому что кейс очень большой. Длина кейса 49 см, ширина 58 см, вес самого набора 15 кг. Высота кейса 8 см. Кейс запирается на 4 замка, такие вот пластиковые защелки. Идут впереди 2 штуки и по бокам по одной штучке. Пластик жесткий, то есть не проваливается. Здесь вы видите надпись Kingroy Professional Tools Germany STD. По комплектации набора. В комплекте 3 рабочих квадрата, 3 восьмых, 1 четвертая и 1 вторая. Начнем с трещоток. Трещотки в наборе силовые на 24 зуба, имеют быстрый сброс и реверс. Рукоятка прямая трещоток. Рукоятка, где вы держите трещотку, то есть из пластика накладка. Далее трещотка на 3 восьмых. Также имеет 24 зуба, имеет реверс, быстрый сброс. И пластиковую рукоятку. Кстати, рукоятка, хотелось бы отметить, очень удобная. Трещотка под квадрат 1,4. Также на 24 зуба, имеет реверс и быстрый сброс. Далее удлинители. Под квадрат 1,2. Два удлинителя 125 и 250 мм. Под квадрат 3 восьмых. Два удлинителя 150 и 250 мм. Также надписи Kingroy на каждой единице инструмента. И под 1/4 у нас в комплекте идут три удлинителя 50, 100 и 75. Вот. Набор очень большой, то есть все квадраты. Так, далее три воротка Т-образных под квадрат 1,2. Есть вороток 3 восьмых Т-образный. И 1/4, также Т-образный вороток. Гибкий удлинитель под квадрат 1,4 для труднодоступных мест. Кстати, хотелось бы отметить, что инструмент вот хорошо защелкивается в своих гнездах. Далее, Т-образные карданы. Их тоже здесь 3. 1/2, 3 восьмых и 1/4. Карданы скреплены не винтами, а вот такими металлическими вставками. Далее, переходники. Три переходника в комплекте. С квадрата 1,2 на 1/4, с 3 восьмых на 1/2 и с квадрата 1,2 на 3 восьмых. То есть такие три переходника. Далее по комплектации. В комплекте молоток идет. Вес молотка 389 грамм. Длина 300 миллиметров. Вороток с шарнирным карданом. Кстати, очень полезная вещь. Очень удобная. Можете переставлять, видите. Длина данного воротка 360 мм. Две свечные головки на 16 и 21 мм. Внутри резиновые вставки, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Клещи с зажимом идут. Клещи вот такие очень удобные, кстати, очень часто их покупают, в данном наборе они присутствуют. Длина 230 мм. Головки длинные. Здесь головок длинных 14 штук. Самая маленькая на 6 мм. Самая большая головка на 22 мм. 6 граней.
Видите, здесь синяя полоска, кенгрой. И внизу еще выбита кенгрой. Головки шестигранные. В наборе их 33 штуки. Самая большая головка на 32 мм. И самая маленькая 4 мм. Головки вот тут присутствуют по 3 квадрата. 3 восьмых, 1 четвертая, 1 вторая. Вот самая маленькая головка, 1 четвертая, 6 граней. Так, большой набор. Так, давайте, наверное, еще из головки у нас Е-класса Torx. Самая маленькая Е4. И самая большая головка Е24. Головок Torx в данном наборе 14 штук. Далее. Переходники подбиты. Здесь 3 переходника. 1 четвертая, 3 восьмых и 1 вторая. Биты. Также очень большой набор. Вот в данном случае выбираем биту под квадрат 1,2. Torx. Есть также биты по 3 восьмых и 1 четвертую. 1 четвертую биты находятся отдельно, в таких вот боксах. Они вытягиваются отсюда. По 3 восьмых, вот биты 3 восьмых и биты под 1 вторую. Т-образный, вернее Т-образный, отверточный держатель, вот такой под квадрат 1,4. Он используется с этим переходником. Подбитые 1 четвертая. Так, по комплектации верхней все рассказал. Теперь, вернее, нижняя. Теперь верхняя крышка. Сейчас я набор закрою и переставлю. Так, в верхней крышке у нас, начнем с ключей. Здесь присутствуют три ключа, так называемые разрезные. Применяются они для тормозных трубок и для гидравлики. Есть ключ 11-13 разрезной. Разрезной ключ 10-8. И разрезной ключ у нас... Самый большой это 12-14. Большой набор ключей комбинированных. Здесь их получается у нас 16 штук. Самый маленький ключ на 8 мм. И самый большой на 24 комбинированный. 6 отверток шлицевые. Вот на каждой отвертке есть у нас маркировка и длина. Крестовая, если видите, маркировка длина и маркировка отвертки, то есть размер. Рукоятка также пластиковая. Отвертка в комплекте 6 штук. Магнит, для того, чтобы можно было достать упавшие детали, болтики. Вот он сдвигается. Кусачки. Кусачки длиной 165 мм. Далее, плоскогубцы. Длина плоскогубц 180 мм. Также здесь надпись Kimroy на всех единицах инструмента. Клещи трубные. Длиной 250 мм. То есть еще называются переставные. Переставляете нужную длину. Так, по комплектации все. Хотелось бы отметить популярность данного набора, большую комплектацию. Ну и, конечно, наборы Kimroy с данной комплектацией будут намного дешевле, чем аналогичные наборы профессиональные других фирм. Поэтому обратите внимание. Кому нужен набор на 3 рабочих квадрата с большим количеством ключей, с плоскогубцами, то есть универсальный, обратите внимание на Kimroy. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания. Подписывайтесь на наш видеоканал.